Ну что, думали, вас уже ничем не удивить, а вот и нет. Турнир UFC 223 запомнился как самый скандальный турнир за всю историю этого промоушена. Лещи, травмы на пустом месте за неделю до боя, выход чемпиона в полулегком весе за место чемпиона в легком, массовые потасовки, автобусные Хабибы Шредингера, увольнение легендарных бойцов, выход экс-чемпиона в легком весе за место чемпиона в полулегком, арест Конора Макгрегора, и почему-то мне кажется, что это далеко еще не все, что нам предложит этот турнир. Ну а теперь давайте поподробнее. Только все успели смириться с тем, что на замену травмированному Эль Кукую вышел Макс Холлоуэй, как врачи не допустили его до боя по медицинским причинам за день до одного из самых главных боев в его карьере, и уж точно главного боя в карьере Хабиба Нурмагомедова, и сняли Макса с турнира. Замену долго искать не пришлось, и экс-чемпион в легком весе Энтони Пэттис вызвался спасти турнир от такого нереального фиаско. Правда, узнав об отмене своего боя с Майклом Киезой, который получил серьезные травмы лица из-за разбитого окна в автобусе, получившего в результате нападения команды Конора Макгрегора на Хабиба Нурмагомедова, который теперь уже точно был в автобусе. Вы все еще помните, с чего началось предложение? Так вот, Энтони Пэттис бросил весогонку, узнав об отмене своего боя, и уже прилично набрал, так что теперь не может сделать вес. Хотя руководство UFC пытается его мотивировать, что если вес все-таки будет сделан, то бой будет иметь титульный статус. Но Энтони, кроме этого, запрашивает еще и $1 миллион, который промоушен отказывается ему дать. И что вы думаете? Энтони также слетает с боя. Так что теперь вопрос к вам, дорогие зрители. Считаете ли вы правильным такое решение со стороны руководства промоушена? Ведь у Пэттиса в последних 7 боях всего 2 победы. Почему им так хочется разыграть титул чемпиона? Боец, выходящий против Хабиба, уже вообще не имеет значения? Также ситуацию пытаются спасти Пол Фельдер и Элла Квинта, которые уже сделали 70 кг, но предпочитают бою друг с другом поединок за пояс с Хабибом. Но если турниру все-таки суждено случиться, то посмотрите результаты официального взвешивания и держите кулаки, чтобы ивент все-таки состоялся. А на сегодня это все. Подписывайся на наш канал, у нас куча всего интересного, еще больше актуального и просто прорва эксклюзивного. Ах да, в интервью мы не спрашиваем про план на бой.